Вот смотри, берем, например, вольта. Так? И превращаем его в туза. Понятно. Есть другая игра. Всем страховать Витьку. Серег, со мной. Тогда играем в старинную русскую игру. Листик. Смотри. Три карты. Две черные, одна красная. Смотри, все очень просто. Смотрим внимательно, выигрываем обязательно. Красный, понимаешь? Красный. Red. Два black, один red. Играем на удачу в автомобиле дачи. Если ты выигрываешь, получаешь кольцо. Из трех карт нужно выбрать красного короля. Оп! Че ты такой хмурый, братан? Выиграл же! Давай! Вызову запущен. Это нормально, нормально. Давай, выбирай карту. Пускай второй. Второй запущен. Запуск третий. Третий запущен. Черный наоборот.
800. Управление взял. Эшелон 300.